можно? Тебе черненькие? Да. Давай. Но они правда удобные. Какой мультик будем смотреть? Смешарики. Как ты выбирала будущий дизайн пластинки? По компьютеру. С апельсинкой. Ну-ка посмотри, она. Вау. Вот так выглядит несъемная пластинка. И сейчас очень быстро, минут за 5-7, мы ее установим. С тобой примерим и познакомимся с ней, ладно? Широко трогай язычком. Гладенькая пластинка. Маш, мы с тобой поставим резиночку, как в прошлый раз, помнишь, мягенькую? Сейчас мы с тобой почистим зубки. Маш, мы сейчас будем зубки мыть шампунем. Шампунь с лимонным вкусом. Если ты почувствуешь кислинку, не пугайся, мы все помоем водичкой, хорошо? Открывайте прям широко-широко, прям помогай нам. Сейчас мы зубки обработаем специальным клеем, а также зубной клей нанесем на пластинку и будем ее уже ставить. Все, котик, мы уже почти закончили. Сейчас мы ниточкой проверим все контакты. Контакты оставляем их чистыми, чтобы была возможность дома все тщательно прочищать. Теперь наш клей становится твердым, и пластинка очень хорошо зафиксирована. Маша, мы все. Теперь, Машуль, проглоти слюнку. Прям прижимай язычок к пластинке и проглоти. Получилось? Умничка. А теперь посчитай нам громко вслух до 10. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, восемь, девять, десять. Отлично. Да, немножко непривычно. Но буквально день-два, и ты к ней привыкнешь и будешь воспринимать как свою родную, как что-то родное свое. Эту пластинку не можем не сфотографировать, хорошо? Носиком-носиком дышим, умничка. Так, это наш ключик. Этим ключиком подкручиваем пластинку каждый день в течение первых нескольких недель. Мы устанавливаем ключик в переднее отверстие от нас, чтобы он точно туда зашел, и двигаемся назад, хоп, пока новое отверстие не появилось, достали. И таким образом мы подкручиваем каждый день в одно и то же время, желательно вечером перед сном. Мы тебе дарим вот эту коробочку, тут твои зубки, на память. Классные? Все, будем отслеживать результат, что у нас будет меняться.